Всем привет! Это пятая часть серии о 12-й международной выставке Навитех и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне «Форум Экспоцентра» в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. StarBlazer – российский федеральный оператор спутниковой связи. Компания StarBlazer предоставляет услуги спутникового интернета на всей территории России в зоне покрытия спутников Express AM7, Ямал-401, Express AM5. В составе стационарных и мобильных спутниковых терминалов используются усилители-преобразователи Q и C диапазонов. Компания Algosat предлагает усилители, разработанные на основе GaAs и GaN технологий, работающие в стандартном, расширенном и нижнем плановом Q диапазоне частот, а также в стандартном C диапазоне. Race Communication – эксклюзивный дистрибьютор продукции Alga Microwave на всей территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Компания Snark производит спутниковые комплексы и антенны, предназначенные для организации широкополосной связи в полевых условиях. В настоящее время компания выпускает 6 базовых спутниковых комплексов с возможностью внесения дополнительных модификаций по желаниям заказчика. Носимые и возимые станции спутниковой связи семейства Snark – это земные ВСАТ станции класса Play-Away, перевозимые в багаже самолета, и Man-Pack в ранцевом упаковке, предназначенные для организации высокоскоростной передачи данных в полевых условиях, например, при развертывании мобильных пунктов связи, ликвидации стихийных бедствий, строительстве временных объектов, проведении геологоразведочных работ, бурении скважин, трансляции телевизионных репортажей. Оборудование может поставляться с пакетом услуг спутниковой связи. Услуги предоставляются на всей территории Российской Федерации с использованием бортовой емкости космических аппаратов Express AM8, Express AM7, Express AM5, Ямал-401. Станции допущены к работе на сетях ВГУП «Космическая связь» и ОАО «Газпром Космические системы». Производство находится в Московской области, полностью российская разработка. Модульная конструкция, компактная упаковка и малый вес делают комплексы пригодными для многих мобильных применений. Простота сборки и удобная система наведения обеспечивают максимально быстрое развертывание и установку связи. Аккумуляторный источник питания обеспечивает более 12 часов автономной работы. Активная аппаратура комплекса объединена в погодозащищенный блок, устанавливаемый на опорно-поворотное устройство, не требует длинные радиочастотные кабели и дополнительная защита от погодных условий. Блок аппаратуры включает спутниковый модем, поддерживающий несколько режимов работы, контролер наведения и дополнительное оборудование, компас, датчики углов, антенну, ГЛОНАСС, GPS. Регулируемые опоры позволяют устанавливать комплекс на неровной поверхности. Компания Vega Absolute – это компания полного производственного цикла от идеи до конечного продукта. С помощью современных технологий она создает продукты, позволяющие формировать будущее. На данном этапе компания развивает следующее направление производства – это телеметрия, интернет вещей, мониторинг транспорта, управление автопарком. Компания Vega Absolute
находится в городе Новосибирске и уже более 3 лет производит готовое решение на основе технологии LoRaWAN для интернет-вещей, которые включают в себя оконечные устройства, базовые станции, бесплатное серверное и клиентское программное обеспечение. В основе принципа передачи данных по технологии LoRaWAN на физическом уровне лежит свойство радиосистем. Это увеличение дальности связи при уменьшении скорости передачи. LoRaWAN – это сеть, используя технологию «Звезда», где каждое устройство взаимодействует с базовой станцией напрямую. Сети городского или регионального масштаба строятся с использованием конфигурации «Звезда» и «Звезд». NB-IoT – это еще одна разновидность технологии передачи данных LPWA – Low Power Wide Area – с низким потреблением и широким радиусом действия. Хотя NB-IoT основан на технологии LTE и работает в зоне покрытия сотовых операторов, тем не менее этот сигнал отличается от привычной нам LTE. Самое важное NB-IoT – возможность работы при более низких уровнях сигнала и при высоком уровне шумов, а также экономия батареи. С устройствами Vega Smart можно сделать умным и безопасным любой дом или офис. В линейке представлены стильные и функциональные устройства на технологии LoRaWAN. Для мониторинга транспортных средств с использованием системы позиционирования GLONASS GPS используются блоки мониторинга Vega MT. На борту мониторингового блока Vega MT установлен аккумулятор для автономной работы. Особенностью Vega MT является поддержка BLE датчиков. Vega M100, M200, M300 являются поисковыми устройствами в компактном корпусе класса защиты IP54. Они предназначены для определения точного местоположения устройства по спутникам. Бортовой медиакомплекс Vega BMK6 объединяет в себе 3 интеллектуальные бортовые системы. Видеорегистратор, фиксирующий и передающий изображение с подключенных камер в сервер с облачным видеонаблюдением, мониторинговый блок, работающий с системами спутниковой навигации, и модуль, транслирующий маршрутное телевидение с возможностью экстренных оповещений. Базовая станция Vega BS предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц. Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet. Операционная система Linux. Базовая станция Vega BS имеет предустановленное ПО. Рекомендуется использовать антенну A10-868 производства фирмы Radial. Счетчик импульсов Vega C12 предназначен для выполнения подсчета электрических импульсов, поступающих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию посредством радиосвязи на частотах диапазона 860 МГц. Элементом питания для счетчика служит незаменяемая батарея, рассчитанная на срок службы до 10 лет. Также может работать от внешнего источника питания с напряжением 5 вольт. То есть Vega C12 может являться устройством класса А или C. Кроме того, Vega C12 может применяться в качестве охранного датчика. Любые из 4 входов могут быть настроены в качестве охраны. Счетчик импульсов может быть использован для приборов учета коммунальных ресурсов и промышленного оборудования с импульсным выходом типа Геркон или открытый коллектор. Конвертер Vega M-Bus-2 предназначен для считывания данных с устройств с интерфейсом M-Bus с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию посредством радиосвязи на частотах диапазона 860 МГц и ГГц. Элементом питания для конвертера служит незаменяемая батарея, рассчитанная на срок службы до 10 лет. Конвертер M-Bus-2 может самостоятельно опрашивать некоторые модели приборов учета. Счетчик воды электронный крыльчатый применяется для учета расхода холодной и горячей воды с накоплением и передачей этих показаний в сеть NB-IoT. Функция электронная антимагнитная пломба фиксирует воздействие внешним магнитным полем и блокирует отображение показаний на дисплее устройства.
Счетчики выпускаются в двух исполнениях, с диаметром условного прохода 15 мм, с диаметром условного прохода 20 мм. Элементом питания для устройства служит незаменяемая батарея. Счетчики CE2726 предназначены для многотарифного до 4 тарифов, учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51. Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN. Счетчик работает как устройство LoRaWAN класса C. Магнитоконтактный датчик Vegasmart MC0101 может срабатывать как на открывании, так и на закрывании дверей или окон. При каждом срабатывании в сеть LoRaWAN отправляется тревожный пакет. Датчики выпускаются в современном пластиковом корпусе в 4 цветовых исполнениях – черный, коричневый, белый и серый. Датчик состоит из двух частей. Основная часть включает в себя плату, батарейку, индикаторы и датчик холла, а магнитная часть содержит только магнит. Датчик может применяться для охраны помещений, зданий и сужений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN. Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией, осуществляющей разработку системы и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. Холдинг осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических средств и систем защитной связи, развивает технологии и методы криптографической защиты информации, систему автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывает IT-решения для заказчиков различных отраслей экономики. Сегодня в состав холдинга входят 20 дочерних зависимых обществ. Научные центры и предприятия холдинга специализируются на разработке и производстве продукции по следующим направлениям. Первое – информационная безопасность и защита от компьютерных атак. Второе – доверенное телеком оборудование и вычислительная техника. Третье – средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Четвертое – телекоммуникационные сети и защищенные средства связи. Пятое – оборудование для обеспечения общественной безопасности. 100 метров. Данная антенна работает под водой. Распространение радиоволн и радиосигналов под водой, оно несколько иное, чем в воздушной среде. Поэтому меньше нельзя, физически нельзя. Просто понятно. Нельзя. Преимущество данной системы – это то, что она позволяет работать на границе. То есть, условно говоря, пловец разговаривает с людьми, которые находятся на суше, ну если дистанция позволяет, либо на лодке. И переход из среды в среду, то есть вода, воздух, здесь абсолютно никак не мешает. Вот данный форм-фактор, он сделан исключительно под, ну скажем так, среднестатистический размер плеч водолаза. Потому что если сделать больше, водолаз физически может где-то застрять. Вот. А это как раз сделано с учетом того, что размер, в принципе, она выполняет тот функционал, который на нее возложен. Потому что водолазу опускаться глубже – это очень проблематично. Здесь да, у нас представлены две телефонных станции. Значит, одна у ПАЦ – это протонка, производство Калуга-Приборь. Вот, вторая – это у нас доверенная телекоммуникационная система «Фотон». Вот, разработка концерна «Автоматика». Физически все производится на Калуга-Приборе, вот, но разработки… В первую очередь, да, это предприятия, которые работают у нас в сложных условиях, в том числе взрывозащищенные, высокие, низкие температуры, вот, ну также там под землей где-нибудь, метрополитен, РЖД, может представлена она вся, вот, если вам вся там, ну в том числе там двойного назначения. Сервер Elbrus 4.4 на базе микропроцессоров Elbrus 4S является полноценной заменой зарубежных серверов среднего уровня производительности. Суперкомпьютеры Elbrus применяются для выполнения сложных расчетных задач в различных областях, требующих обеспечения максимально высокого уровня информационной безопасности, в том числе для обработки больших данных. Общая производительность одной вычислительной стойки, созданной на основе микропроцессоров Elbrus 8SV, составляет порядка 150 терафлопс с двойной точностью. Система хранения данных NATS-TECH, система хранения
нового поколения для корпоративных систем. Высокопроизводительный коммутатор Bulat серии BS7510 представляет собой мощное устройство для построения современных дата-центров и развертывания новейших облачных сервисов. Продукт обладает единой неблокируемой архитектурой и обеспечивает высокую скорость коммутации пакетов. Модельный ряд Kronos включает комплексы, изготовленные на парадных платформах как иностранного, так и российского производства, используя отечественных схемотехнических решений. Сервер, защищенный видеоконференц-связи IVA AVSS, создан на базе операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. При этом пользователь получает возможность видеть и слышать своих собеседников в режиме реального времени, демонстрировать различный контент другим участникам мероприятия, осуществлять обмен на иной информацией в зависимости от типа мероприятия. IP-телефон IVA позволяет вести дуплексные телефонные переговоры в двух режимах – в закрытом с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и открытом при коммутации с обычным IP-телефоном. Это функциональный SIP-телефон с монохромным LCD-дисплеем.
комплекс противодействия БПЛА «Купол ПРО» используется для воздействия на канал навигации, управления и передачи информации о БПЛА с целью воспрепятствования функционированию БПЛА в воздушном пространстве объекта. Криптосервер выполнен в виде отдельного аппаратного модуля, подключаемого к LVS ARM пользователя. Состав комплекса: криптосервер, криптографическая система, средства защиты от сетевых атак, средства защиты от NCD, система аудита, система разграничения доступа, система интерфейс взаимодействия с пользователем, CORBA интерфейс и HML RPC интерфейс, сервис работы с цифровыми сертификатами. Контрольно-кассовая техника облака 1F может применяться в любой торговой организации в сфере услуг, работ в помещениях на открытых площадках под навесом при питании от сети переменного тока. Концерн «Автоматика» выпускает в том числе виды изделий – рычажные и клавишные тумблеры, кнопочные выключатели и переключатели, в том числе со световой и цветовой сигнализацией, бесконтактные кнопочные переключатели, микропереключатели, поворотные переключатели и миниатюрные соединители, коммутационные и установочные изделия. Потребности рынка в отечественных высококачественных электродвигателях позволит устранить зависимость российских производителей робототехники, станкостроения, электротранспорта от иностранных конкурентов, увеличить энергоэффективность продукции.